Рита работала гримером в театре и уже много лет была любовницей женатого актера Андрея Ветрова. Андрюш, а поехали ко мне? Маргарита Зайцева, 35 лет, гример в театре, не замужем. Ритуська, ну подожди ты до гастроли, а? Андрей Петрович Ветров, 51 год, актер, любовник Риты, женат. Жена. Рита! Здравствуйте. Здравствуйте. Закончили уже? Нет, еще репетируют. Вот хорошо. Людмила Ивановна Ветрова, 46 лет, домохозяйка, жена Андрея. Как раз хотела поговорить с вами об Андрее. Что случилось? У Андрюши много поклонниц, и здесь, думаю, я его как-то контролирую. А вот на гастролях... Присмотрите за ним, пожалуйста. О, солнышко, привет. А ты как здесь? А я была в салоне рядом. Зашла за тобой. Ну, пойдем. До свидания, Рита. Всего хорошего. Просить любовницу мужа присмотреть за ним, чтобы не изменял, смешно. Мы как-то с ней разболтались на банкете после премьеры. Так она теперь считает меня своей подружкой. А мне так подмывало ей сказать: «Милочка, поздно спохватилась, он давно уже со мной». Ну, скажем честно, он все-таки не совсем с вами. Скорее, он с ней. Просто у него есть еще и вы. Ну, нет. Он, конечно, популярный, и поклонницы к нему липнут, но это ничего не значит. Мы с ним уже 10 лет вместе. Красивая вчера была девочка на спектакле. Поклонница твоя. Да? Не помню. Да ладно. Автограф брала, грудь тебе чуть не в лицо пихала. Ритка, ну перестань. Андрюш, а у тебя есть кто-нибудь, кроме меня? Глупенькая ты. Ты пойми, они ведь все девочки-поклонницы, они пустышки. А ты даешь мне все, что мне надо. Только женщин добивались его, а он выбрал меня. Это, конечно, льстит, но я устала быть любовницей. На гастролях мы вместе живем, как семья. И вся труппа нас знает. Но как только возвращаемся домой, все. Он с женой, а я одна. Видимо, его все устраивает. Ну, и то сказать, поди плохо. Есть жена, есть любовница, никто никому не мешает. Грех что-то менять. И что вы мне предлагаете? Бросить его, что ли? Мы когда начали встречаться, мне было 25, а теперь 35. И кому я сейчас нужна? Я что, столько лет потратила просто так? Как это потратили? Я-то думала, что вы его любите, а вы, оказывается, просто делали вклад на будущее. Ну почему вклад? Я действительно люблю Андрея. Рит, вопрос предельно прост. Если бы вы совершенно точно знали, что Андрей никогда не уйдет от жены, вы бы с ним оставались? Вскоре труппа уехала на гастроли в Ростов. Не застав Андрея в номере, Рита нашла его в коридоре в компании новой актрисы. Вот ты где. А я тебя ищу. Ты опять забыл лекарство выпить. Андрей Петрович, ну я пойду. Екатерина Титова, 29 лет, актриса, разведена. Идите, Катенька. Господи, ну сколько раз я тебе говорил, ну, не встревай в разговоры, Рита, не встревай. Это неприлично, Рита. Андрюш. Я же о тебе забочусь. Ну ладно. Слушай, найди, пожалуйста, костюм. Да, и рубашку погладь, а то завтра мэр дает банкет в честь театра. Все, давай, пока. Я на репетицию. Хорошо.
не понимаю, как Ветрова угораздила связаться с этой дурой гримершей. У него же жена такая красотка, я на вокзале видела. А это Рита в колхоз одевается, ну просто я вообще молчу. Завел себе бесплатную гастрольную прислугу. Рите было обидно. Хотелось ворваться в номер, кричать, что это не так, что Андрей любит ее. Но она не сделала этого, смутно понимая, что Катя в чем-то права. На следующий день Рита с утра обегала все магазины, чтобы выбрать наряд для банкета. Какое платье лучше? То, в чем ты. В этом, на банкет? А ты не идешь? Как? Почему? Все ясно. Ты что, меня стесняешься? Ну почему, Ритусика? Ты пойми, там просто будет прессы много, а нам с тобой огласка ни к чему, да? Поправь воротничок. Ритусь, да не дури ты! Почему же? Все меня дурой называют. Кто все? Это новая актриса Титова. Она поливала меня, я слышала. Нашла кого слушать. Да она мне с первого дня глазки строит. Вчера вон в коридоре приставала. Я просто на нее не реагирую, а вот она и злится. Андрюш, ты что, из-за меня не реагируешь? А из-за кого же еще? Зайчик. Рита поверила Андрею и успокоилась. Пока он был на банкете, Рита решила прогуляться и, возвращаясь, встретила у отеля Максима, который давно добивался ее внимания. Крепким чаем напою, от головы хорошо помогает. Ну не хочешь, можем здесь прогуляться. Максим Суслов, 33 года, осветитель в театре, не женат. Нет, спасибо. Да и Андрей скоро придет. И что, ты обязан дожидаться? Максим, не начинай, ладно? Я сама разберусь. А то, что он спит с другой, ничего? Я вчера в гримерке видел, как твой Ветров с Титовой обжимались. На банкет, кстати, он тоже с ней поехал. Гримерша Рита уже много лет была любовницей актера Андрея Ветрова и терпеливо ждала, когда он уйдет от жены. Андрей пользовался популярностью у женщин, и Рита ревновала, хотя Андрей уверял Риту, что любит только ее. Когда труппа театра приехала на гастроли в Ростов, Андрей не взял Риту на банкет. Рита узнала от влюбленного в нее Максима, что Андрей поехал на банкет не один, а с новой актрисой Катей, с которой, по словам Максима, у Андрея была тайная связь. Вот я не понимаю, чего ему не хватает. Я все ради него делаю, даже с женой его терплю столько лет. Ну так и поставьте себя на место Андрея. Вы уже столько лет терпите его жену, так почему вам не вытерпеть еще одну его женщину? Вы уже столько лет никуда не деваетесь. Как бы он себя с вами ни вел, так зачем ему вообще думать о ваших чувствах? Я всегда считала, что Андрей меня любит. А теперь получается, что я пустое место, и он готов меня променять на первовстречную юбку. Прошу. Давай, давай, давай. Все, мы приехали. Приехали. Веселитесь. О, а ты чего не спишь? Гадина! Отпусти меня, идиотка! Ты что творишь, истеричка? Ты что себя возомнила? Ты мне кто? Жена, что ли? Андрюшенька, прости меня, пожалуйста, я... Так, все, иди к себе. Я сегодня не приду. Катюш, все нормально? Да. Что с нее взять-то? Действительно. Слушай, у меня в номере осталось шампанское. Пойдем продолжим. Гениально! Катенька! Он меня унизил. Еще и при этой Кате. Я ее растерзать была готова. Да Катя-то тут при чем? Как говорится, с кем Андрей вам изменяет, если что он все равно изменяет? Нет, вы не понимаете. Это совсем другое дело. Это театр. Там знаете, сколько желающих? И не считая этих вечных его поклонниц. Тем более, вы прекрасно знаете, что Андрей популярный мужчина. Неужели не привыкли за столько-то лет? Андрей устал от этого внимания и обожания. Но если бабы сами на него вешаются, конечно, как тут устоять? Ничего, ничего.
Я этой Титовой отомстила. Я выложила их фотографию у себя в соцсети. Его жена обязательно увидит. И зачем вы это сделали? Допустим, его будет ждать крупный скандал с женой. И, допустим, даже она его выгонит из дома. Вы правда думаете, что после этого он на вас женится? А почему нет? А почему он вас на банкет не взял? Вот-вот. Беда в том, что у вас есть своя, четко определенная за долгие годы роль. Боюсь, это совсем не роль жены. Рита поняла, что должна расстаться с Андреем. Она решила сделать это красиво и устроить прощальный секс. Не было у нас ничего с Катькой. Посидели, выпили и разошлись. Знаешь, она вульгарная, я таких не люблю. Максим видел вас в гримерке? Лучше бы он ставил в свет правильно. Мы сцену репетировали, а там, помнишь, там же поцелуй есть. Ритка, да я тебя же люблю. Андрей, ты там? Жена. Нас нет. Иногда в том, что я твоя супруга, есть свои плюсы. Во всяком случае, ключ мне внизу, как супруги Ветрова, дали безотлагательно. Людочка, а ты чего приехала? А у меня, представляешь, спину прихватило. Позвала Риту в массаж сделать. Рита, а я похожа на идиотку? Зачем вы его покрываете? Где она? Кто? Любовница. Людочка, какая любовница? Я он скрюченный весь, двигаться не могу. Детка, ну успокойся, а. Рита Смена. Была унижена. Их связь с Андреем была очевидна. Но его жене это даже в голову не пришло. Настолько она не рассматривала Риту как женщину и как соперницу. Людмила возвращалась домой в тот же день ночным поездом. Андрей был занят в спектакле и попросил Риту проводить жену. Я вовлекла вас в наши семейные разборки, но та фотография с вашей страницы в соцсети меня сильно напрягла. Фотография. У них с Титовой ничего нет. Как же я устала от всего этого. Никогда не выходите замуж за знаменитость. Ничего же вы не разведетесь. Простите, я что-то не то ляпнула. Все очень банально. Люблю его. К тому же дети, квартира, дача. Андрей нас полностью содержит. Я к этому привыкла. Так что такой вот адреналин. О, такси. Рита не хотела промучиться с Андреем всю жизнь, как его жена, и утвердилась в своем решении бросить его. Проводив Людмилу, она отправилась в номер к Максиму. Привет. Так что, чаем угостишь или гулять пойдем? Рита! Знаешь, я передумала. Останемся у тебя. Прошла неделя. Труппа вернулась с гастролей в Москву. Назло Андрею, Рита начала встречаться с Максимом. Рита пыталась забыться, чтобы не думать об Андрее. Уютно у тебя. Руки помою. В метро ехал. Прямо и налево. Андрей? Девушка, вам муж не нужен? Красивый, без пяти минут разведенный. Я от жены ушел, как ты просила. А руки каким полотенцем вытирать? Здрасте, Андрей Петрович. Максим, прости, пожалуйста, но тебе лучше уйти. Я все понял.
свидания. О, цветочки. А ты правда от жены ушел? Правда. Слушай, покормишь меня, а? А то я с утра ничего не ел. А ты сказал ей, кому ты ушел? А ну, нет, не сказал. Какая разница, она же все равно скоро узнает. Ну, здравствуй. Андрей уже неделю жил у Риты. Но все складывалось не так, как ей бы хотелось. Андрюша. Андрюша. Погоди. Что случилось? Да у меня жена где-то среди ночи ходит. Что? Время 9. Какая разница? Слушай, у меня с ней общие дети. Я должен понимать, кто с ними сидит, а? Прости, пожалуйста. Рита понимала, что Андрей все равно думает о жене. И очень ревновала. С каждым днем Андрей становился все мрачнее. Рите казалось, что он тяготится, живя с ней. Вот это что такое, а? Вот что это такое, а? Почему она вся в пятнах в каких-то? Ну как я в ней пойду сейчас? Чего орать-то? Привез бы сюда свои вещи, было бы что надеть. Вот тут две рубашки таскаешь, ну, конечно, они застирались. Мы, между прочим, когда с Людой только жить начинали, у меня вообще одна рубашка была. Одна! И почему-то всегда чистая! Вот тогда и катись к своей Люде! Пусть она тебе и стирает! Вот так и сделаю. После ухода Андрея Рита поспешила в театр. Остыв, она передумала отпускать Андрея. И надеялась, что сможет уговорить. Здравствуй. Приехал домой, тебя нет, вещи разбросаны. Уезжал куда? Да нет, я просто целыми днями в театре. Ясно. А ты чего приехал? Не позвонила, не предупредила. Отец решил в Москву поехать, я с ним. Сюрприз решила сделать. Сюрприз. Опять себе там что-то надумала. Не доверяешь мне, да? Ну-ну. Андрей. Рита уже 10 лет была любовницей женатого актера Андрея Ветрова и терпеливо ждала, когда он уйдет от жены. Случайно узнав об интрижке Андрея с молодой актрисой, Рита порвала с ним и назло ему стала встречаться со своим давним поклонником Максимом. Однако Андрей сказал, что разводится. Рита простила Андрея и рассталась с Максимом. Андрей переехал к Рите, а вскоре Рита узнала, что Андрей ее обманул. Он не собирался разводиться, а просто жил у Риты, пока его жена была в отъезде. Понимаете, он вообще от жены не уходил. Лучше бы я с Максимом осталась. Рит, скажите, зачем вам обязательно нужно, чтобы все время рядом был мужчина? Вот все равно, какой лишь бы мужчина. Ведь Максим, насколько я понимаю, был всего лишь орудием мести. Знаете, иногда лучше без любви, но с честным и порядочным. И главное, не женатым. Значит, ушел от жены? Разводишься? Пойми, я не могу сейчас уйти от жены. 10 лет я слышу эту песню. Но не хочешь ли быть со мной? Скажи, я пойму. Я люблю тебя, но пойми... Ты только себя любишь. Все, с меня хватит. Пусть твоя жена с тобой мучается. Вот зачем он это делает? Он же ревновал меня к Максиму, а как только я с ним сошлась, тут же прибежал. Значит, он меня все-таки любит? Или дело в том, что на его собственность кто-то покусился, причем на полезную собственность. Вы считаете, я правильно сделала, что рассталась с Андреем? Не знаю. Я могу вам сказать только то, что уже однажды говорила. А в этом спектакле у вас явно не роль жены. И, боюсь, даже не единственной любовницы. Так что, если вас это устраивает, оставайтесь с Андреем. Если не устраивает, уходите. По-другому, видимо, уже не будет. Рита была тверда и избегала Андрея. Через неделю после их расставания Рите неожиданно позвонила Людмила и попросила о встрече. Я насчет Андрея.
Вы поругались? За чего нам? Прогуляемся? Рита, я давно знаю про вас с Андреем. Тогда в гостинице я, конечно, все поняла и, честно говоря, даже очень обрадовалась, что это была ты, а не эта актриска. У Андрея, конечно, непростой характер. Он иногда бывает просто невыносим. Но дай ему шанс, прости его. Я вас не понимаю. Иногда ради любимого человека приходится чем-то жертвовать ради его же пользы. А я-то здесь при чем? Рита, ты же золото. Ты следишь за его диетой, он вовремя пьет лекарства, питается правильно, по графику, на гастролях. А без тебя что? Бабы, интрижки, попойки. А он уже не мальчик, и здоровье у него. Прости его. Это вообще какой-то дурдом. Идите вы оба к черту! Рите было плохо без Андрея, но она твердо решила не возвращаться к нему. Даже подумывала уволиться из театра, чтобы больше его не видеть. Да. Вы знаете, я все спектакли с вами видела. Вера Куликова, 27 лет, костюмер, не замужем. Да вы что? Вы не торопитесь? Может, пойдем прогуляемся куда-нибудь? О, Рита. Да? Слушай, не могу найти свой синий галстук. А посмотри, пожалуйста, у себя. Если найдешь, принеси в театр. Ладно, будь другом. Хорошо. Спасибо. Верочка, я ведь весь ваш. Рита окончательно поняла, что правильно поступила, расставшись с Андреем. И решила в тот же день написать заявление об уходе. Вскоре труппа уехала на очередные гастроли. Рита так и не уволилась. Поняв, что не может без Андрея, она снова сошлась с ним и продолжает терпеть его жену и многочисленных любовниц. Пожалуйста, лекарства не забудь выпить. Каждый знает, что жизнь и все, что в ней существует, нужно принимать таким, какое оно все есть. Только мало кто задумывается о том, как эту великолепную идею воплотить практически. А я считаю, что есть одна очень простая формула, помогающая принять любые неприятные ситуации. Попробую объяснить. Представим себе, что у Риты есть вот такая вот странная, неудобная табуретка. Сидеть на ней невозможно. Пока Рита считает, что эту табуретку можно как-то переделать, она будет пытаться это сделать. Ну вот, выясняется, что табуретка сделана из чего-то невероятно твердого и никаким переделкам не поддается. Именно после этого ситуация оказывается предельно простой. У Риты остается всего лишь два выхода. Или распрощаться с этой табуреткой, потому что такая она Рите не нужна. Или наоборот, решить, что по каким-то причинам эта табуретка дорога Рите именно в таком непеределанном виде, а дальше пользоваться ею, ну, уж как будет получаться.